не подходить, резких движений не делать. Он же опасный, он может прыгнуть и клюнуть тебя, и лапой ударить, понимаешь? Нежелательно трогать. Зачем? Красавчик. Да не, они привыкшие уже. Смотри, кенгурюшки. Кенгурюши. Вон, вон кенгурята, смотри. Боже мой, какая прелесть. Да вон, вон маленькие кенгурюшки, видишь? Вон они, смотри. Кенгурятки. Ну вон, вон прыгает вдалеке, видишь? Эй, какие классные. Что-то кушает. Маленький кенгуреночек, ну. Сдалека можно с зайчиками перепутать. Девочки, а вон он гуляет. Пошли. Почитаем, кто это такой. На тюленя похож. А, там медведя нет, значит, он там. Ага. Ну-ка, поверни мордульку свою. Какие хорошенькие. Командиры полка. Одни командиры полка вокруг. Топирчик. Топиры, да? Угу. Равнинный топир. Пошли. Вот такие маленькие полосатики у них. Красавец. Да, да. Девочки без гриф. А мальчик вон спит. Нельзя. Ты что? Не видно, он там внизу спит. Сейчас я пофотаю, покажу тебе потом на видео. Кто, лев? Да, там лев спит. Я сейчас тебе сниму его и покажу потом. Вон он лежит, я вижу его. Он спит? Да, он спит, и две девочки, видишь? А это братик, да? Это девочки, они без гривы, а мальчики с гривами. Потом посмотришь. Маленький, смотри, сосет мамочку. Видно тебе? Эря, смотри, вон маленький сосет полоса вот за другим. Вон стоит мама, видишь, а под ним теленочек там. Можешь залезть отсюда? Ну там, ты там ничего не видишь, мальчик балуется просто. Мальчик, надо с другой стороны смотреть. Эря, не трогай. Смотри, вон, вон малыш, смотри, маму сосет, видишь? Ты посмотри туда вон. Там ничего не видно, я тебе объясняю. Нету, точно. Вон смотрели. Ой, малыш, смотри, смотри, как дергает. Тинь-тинь-тинь, молочко пьет. Ой, хорошо, хорошо хоть плодятся. Они, правда, неприхотливые, но...